Есть туз валет. Чел помечен зеленым, поэтому. Либо этим вызоль. Еще один подлезает. Понятно. А, ну получается поймали, осталось ушатать. Я думаю, у меня еще один волейбет есть. Я думаю, я даже колоть буду. Ну типа, если там туз дама, то это сверхразум, правильно? Или туз король, который не 4 бетил. Сюда. А, я еще тяну, да? У меня колоть. О, боже мой, ну это бан просто, это просто бан. Ё-моё, вот это, конечно, два аута, чел. Кринж, вы видели этот кошмар вообще? Ты чё, я, типа, рано порадовалась? Серьезно. Что можно чикать и так рейзить на терне? Ну я даже не знаю. Какие-то десятки типа стрефы. Какие-то тут 10 стрефы. Ну ставить он должен, не знаю даже. Бля, десятки стрефы, ребят. Десятки стрефы, скриньте просто. Можно ты не будешь пушить хотя бы, пожалуйста? Пожалуйста, не надо. Не надо, я тебя прошу, чувак. Я вам отвечаю, там десятка штрих. Все зачекали. Все зачекали. Я сказала, что там десятка с трефой. Плюс мораль до конца стрима. Я вообще не сомневалась, типа. Вот хоть убейте. Просто. Муа. Пихайте это в хайлайты, я готова. Ну, плюс 9, я просто запушу здесь. Просто запушу. Ну, мы там собираемся, играем. А, сдали, кстати. С-крест просто положить и отъебать меня, не трогать больше. Спасибо. Здесь слева all-in уже ставлю я. Естественно, пароль сразу же, да. Ну и зелененькая. Очень похоже на зелененькую. Ну, по грязи получается. Не, он тоже влез, конечно, куда. Тоже надо знать, против кого можно с королями уставляться, против кого нельзя. Опять требует, чел, ты заебал меня, в курсе? Нихера себе, я не в курсе. Ну совсем мелко. Прикол. Ну давай теперь у тебя тузы, и ты проходишь три улицы, как тебе план? Простите. Восторг, не смогла сдержать. Я полагаю, что я буду чекол до талого играть, он что вылишь и блефы свои все до хуй. По-хорошему. Победный танец. Ну чё, кол? Ну, и кол получается дальше. Дама 4. Ну, 99,44% на победу. Уже 96,59. То есть шансов стало меньше, блядь. ГГ, такой ГГ, блядь. Сейчас положил бы восьмерку на дележку. Нормально. Чё ж ты так? Грустно. Еще яйцом кидает меня. Типа я хуёво сыграл. Против дамы 4. Ладно бы переехал, у него там хоть что-нибудь нормальное. Нет, у него просто дама 4, блядь, и вот он расстроился, бедняжка мой, маленький. Ой, обиделся.
Бля. Неплохо сдали. Обида не держи, зла сильно не там, не принимай, душа сердца кузади, обнимаю и говорю тебе, братишка, давай, пожалуйста, прости меня, не обижайся, братан. Так, валеты уже сложно как-то пассивно сыграть. 5 до денег. Если был 1 до денег, может, можно было там как-то кол или что, но 5 до денег я, наверное, запушу. Точно должен не тайтово играть. И all-in. Ну что? Только не снэп-пуш. Пас, нормально. Флоп. Бывало и получше. Удачи! Ну да. Давай, one time! Валер! Ну вот, как бы, комментарии, мне кажется, излишни. We've had enough of that shit. We want some love. А, ну, лимп, наверное. Это решение простое. Так, снэп-кол получили. Ну, это уже ключевая раздача. Ну. Туз бубей, туз бубей! Валет. Это валет, я знаю по шапке. Блин. Валер! Да, такой, конечно, лепец. Видите, не всегда переап, не всегда. Ну, давай погрязь, чё. Ева, давай. Нет. 9, 10, 9, король, 9, король, ой, король. Ева. Я просто наурила, чтобы контент был для хайлайтов, не более того. А тут, наверное, интереснее будет. Красивая рука. ROI — это средний, ну, это процент окупаемости вложений. Я не помню, как точно расшифровываться, можно загуглить, как расшифровываться ROI в смысле прям аббревиатура. Но ROI вообще это типа... Вон, тебе, кстати, скинули, ладно, тогда я не буду все объяснять. Ну, топ-сетку маленькую. Сейчас много просто автополдов получим. Нас не радуют. Но надо как-то банк разгонять. Ой, какой терн прекрасный. Какой шикарный тёрн. Давай еще одну маленькую. Ты не допушив чипьевы. А посидеть, потянуть время. Все-таки уважаю оппонента, правильно? Сложное решение. Ты как здесь оказался? Я появился с темноты, братишка. 6-4. Обожаю пати-покер. Обожаю пати-покер. Боже мой, как я люблю пати. Живи вечно, пати-покер. Чел с девятками, другой с король 7. Какие же прекрасные ребята. Кол против тебя-то. Ой, хорошо. Давай у тебя что-то будет. И ты мне просто 60 байнов оставшиеся отдашь. 8,3. Мне нравится этот сайз. 23. Давай тебе сюда. Ну и пуш ривера. Ну, флеш закроется, но уже никуда не деться, на самом деле. О, да ты сам решил. Король дама, что у тебя? Ага. Сет тузов. Вот переехали, бедолагу. Ты подумай только. Ты только подумай. Ривер купил. И все хорошо. Переехали, бедолагу. Ты подумай только. Ну, он считает, что так и надо в целом. Тут никуда не денешься. Так, ну пристегнулись. Пристегнулись, полетели, чё? Я спать перехотела, давайте играть, чё? Чё нам ещё делать? Да. Два кола в ёб... Давай даму на тёрн ещё. Я хочу хайлайт и чё там ещё. Я вообще старше въебану оба.
Даму красную. Сейчас реальная ситуация с разряда. Или иди спать, или играй еще очень долго. Просто Так, здесь короли раздали, здесь тоже. А, здесь получаем кол. Слушай, разумно. Не, ну там туз 4, да, видимо. Так, не, здесь мы уже все. Здесь мы уже погнали вот так вот играть. Десятки у нас все равно запушат, да. Тузы все-таки, наверное, в таких-то стеках смогут трибетнуть нас. Я надеюсь, что смогут. Ну, короткий тут, конечно, был на ББ, да. То есть он под него теоретически мог заводить. Так. Закрывается флаш. Он же флэш. Ну, я думаю, что я буду все равно ставить all-in здесь, да. Тузы, вот, блядь. Обида не держи, зла сильно не там, не принимай душа с сердца. 22-й билдер продолжает нам насыпать красивые руки. Можно в целом от блефа подказываться, знаете, когда тебе так часто нации раздают. Тебе не слышно, Саша? Спасибо. Кому слышно, согласна. Кол, погнали. Это будет сложно, не так ли? Это будет сложно. А, чё? Давай мне пик. Пика, пожалуйста. Ай, хорошо. Так, короче, все. В этом турнире не блефую. В этом турнире чисто на нациях будем выигрывать. Так, all-in call. Ну, я этого, в принципе, добивался. В пип-5, типа. Восьмерки all-in. Туза поймали. Давай, без шестерки червей потерну. Блин. Я все понял. Дальше. Дальше можете не показывать. Девятка. Спасибо, ГГ. Я прям сценарий, я ваш знаю. Просто шесть червей потерну. Понятное дело.